правах нашего верного друга можешь спросить, почему мы так выглядим. И почему вы так выглядите? Молодец, Димка, выполнил свою роль. Потому что мы с Катей заняты в новом номере, который не знает даже Дима. С вами. Оказывается, Руслан Ставровский, который является нашим звукорежиссером, он еще и удивительно талантливый композитор и музыкант. Юный талант, говорите нам светло и ясно, что вам слава, яркие заплаты, что вам низких истин, постоянство. Сберегите нас от серой прозы, от всего, что сбило и затерло, и пускай не страшно льются слезы, умиление, зависть, восторг. Сразу же хочу про чудесных людей, про чудаков, про тебя, Катя. Стой и смущайся. Спасибо тебе, что ты позволяешь вот так вот наблюдать за тобой и восхищаться. И вы видели, как Катя танцует. Боже мой, я так наслаждаюсь, как Катя танцует. Вы видели ее импровизацию, вы видели сейчас, как она танцует в балете. Сегодня мы смотрели на этих людей с вами здесь в зале, а гораздо важнее, что эти красивые люди завтра, послезавтра и еще долго-долго будут жить среди нас и делиться своей красотой в жизни. За новостями на портале городвитебск.бай.